Друзья, доброе утро. Мы вчера поздно вечером почти добрались до Экс-ан-Прованса. За вчера мы посетили много деревушек: Люмарен, Лакост, Бонье. Мы остановились в замечательной гостинице. Покажу вам номер. Это черешня. Вот это вход в наш номер. Здесь стеклянный такой вход. Сделан в прованском стиле. Здесь две тумбочки. Старая мебель. Большая, огромная ванная. Тоже все вот элементы внизу составлены. Там еще есть отдельная комната. Сюда мы даже не заходили. Тоже есть телевизор. Приехали в город Прованс, который называется по-французски Экс-ан-Прованс. И идем, приехали на центральный рынок за продуктами. Вот это оливковое масло. Мы купили курицу, купили черешню, купили абрикосы и купили рис типа паэльи с креветками. Идем обратно на парковку. Дорогие зрители, это видео получается очень мало говорящим. Говорящей головы практически нет.
Что вам хочу сказать? Что мы сходили на рынок, купили продукты, мы купили овощи, мы купили абрикосы, купили черешню, купили курицу, купили рис. И сейчас мы выдвигаемся в сторону моря, к местам, которые называются Каланки. Это такие вот вдающиеся в берег морские заливы, скалистые. Очень красивые, с прозрачной водой и с таким длинным-длинным морским вырезом. Друзья, снова здравствуйте. Мы приехали в Каланки. Наконец-то мы сюда добрались. Парковка стоила 8 евро. Очень жарко. Но посмотрите на красоту воды и на красоту этих мест. Двигаемся от парковки на просмотр Каланок. Горная тропа, везде трекинг. Вот такие камни. Виды красивые, вот такие виды с тропы. А внизу камни. Мы продолжаем осматривать Каланки. Двигаемся вдоль скал и вдоль залива. Вот в этих местах снимался Фантомас, первая часть, когда он уходил на подводной лодке.
шли от места парковки порядка часа и дошли до второго залива, до второй Каланки. Сейчас будем купаться. Смотрите, как я снимал с подводным боксом и какая здесь прозрачная вода. Мы вот здесь ходим сегодня уже часа 4, и возникает один вопрос. А где здесь туристов? Наверное, раз в одну минуту ты видишь человека по тропе, а по берегам вообще везде усеяно. Возникает вопрос, а где окурки, бутылки, фантики, хотя бы что-либо, потому что мы идем, вот посмотрите, здесь все чисто. Везде, на всех тропах. Народу очень много. Люди ходят везде. Но никто не мусорит. Здесь от парковки, где мы заплатили 8 евро, идти около часа. Тропа очень набита. Очень много людей ходит, но много камней. И нужно иметь хорошую обувь, чтобы ходить. Идем обратно к парковке. Будем выдвигаться в сторону Ниццы. У нас последняя ночь перед рейсом обратно домой. Вот такая вот тропа. Камни, 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 камни. Друзья, доброе утро. Мы сегодня уже в Ницце. Замечательное утро. Собираемся. Будем выезжать сегодня в аэропорт.
Сегодня выходной день, воскресенье. Весь город пустой. Мы идем вдоль сада Альберта I, идем в сторону площади Массена. Город очень чистый. Вчера куча народу гуляла, а сегодня весь город мокрый, все улицы помыты. Вечером также очень много полиции, все в экипировке, с автоматами, с оружием. Ходят буквально там через каждые, наверное, метров 400-500. Проверяют, смотрят, все следят за порядком. То есть, как бы, видимо, есть проблемы с безопасностью, но тем не менее стараются следить, чтобы никаких не было инцидентов. Мы пришли в Ниццу на рынок Курсале. Здесь они один день в неделю продают антиквариат, а все остальные дни продают фрукты и цветы. Друзья, мы уже приехали в аэропорт сдавать автомобиль обратно в прокат. На этом этот ролик будет заканчиваться. Ставьте свои лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. До новых встреч. Пока-пока. Алёша, вот это и можно сказать. Куча ***ков, которые лезут здесь, нам мешают. Все записали, спасибо.